Привет, друзья! Вот у нас осень наступила, такая прям осень-осень. Дожди почти каждый день. Сегодня вот дождя нет, но поднялся очень сильный ветер. Опять нагоняет тучи. У меня тут белья куча висит. И еще стирается. Вот такой похожий денечек выбрала, чтобы все это поперестирать. И чтобы оно успело высохнуть. Ветер нехороший, не дает ничего делать на улице, потому что только дождь пройдет, только я соберусь что-то делать, дождь опять. Вот какие у меня дела, такие неотложные, но которые ждут хорошую погоду. Как я вам уже говорила, я 3 года сажаю вот в соседнем огороде, ну и, конечно же, осенью я все это пересаживаю в свой двор, потому что чужой огород есть чужой огород. Мало ли что. И вот опять надо высаживать. В этом году я последний раз здесь сажала, потому что уже деревья разрослись и тенек. Вот у меня хризантемы, уже конец сентября, а они стоят на бутонах, не зацветают. Потому что тенек, и вот это жаркое лето. И мне это все надо оттуда высаживать. Там у меня есть еще гибискусы, лаванда. Лаванду сеяла в этом году новую какую-то, которая расцвела, которая не расцвела. Все надо пересаживать. Хризантемы. Ну, хризантемы я, погода наладится, вынесу на рынок. Потом у меня там еще есть будлея белая и астры многолетние. 3 кустика новых я покупала весной. Все жду, когда они расцветут. Вот это все надо высаживать, а туда не влезешь. Заходить не хочу. Грязно. Грязь сместить. Вот это все мне надо. Вот убрали. Здесь был ряд помидор. Убрали. Толку нету с них, потому что тень. Так что последние. Вот я здесь сажала, потому что уже и сил нету. И ну вот, чтобы вот посадить вот этот участок, я все лето обрабатываю весь огород. Ну, уже нету сил и нету желания здесь сажать, потому что тенечек. А сегодня я хочу заняться полиусами. Я маточные кусты большие не заношу на зиму. Хоть они там большие, пушистые, красивые, нет. Я нарезаю черенки, уже их я ставлю в воду. Вот стоят они у меня. Сейчас я посмотрим, пойдем, что там с корнями. И пересаживаю в горшочки, уже их заношу. Обязательно перед тем, как заносить растения в дом, обрабатываю их все октарой. Потому что можно принести какую-нибудь бяку в дом. Дома, конечно, сложнее вывести. Вот мои колиусы. Вот мои колиусы. С них я наломала черенков. Тут еще гераньки. Но эти гераньки я хочу убрать в подвал. Но это чуть попозже будет. А сейчас пойду в теплицу и посмотрим, что там с нашими черенками. Ну вот все, что я тут в теплицу попрятала, это в основном гортензии. Гортензии крупнолистные, маленькие, все будут зимовать в укрытии. Ну вот это вот еще все, что будет. Ну это не все еще, что я позанесла. На улице много чего. Вот начала хризантемки я выкапывать. Бонечка, ну что такое? Сейчас домой пойдем. Ночует здесь в теплице, как бомж. Так, вот мои колиусы. Должны уже дать корни. Надо смотреть. Водички долить надо. Так, что тут у нас? Ну вот, в принципе, можно сажать. Видите, корешки попускали. Вот тоже корешочки наклюнулись. Ну вот, сегодня выйду я, повысажу. Здесь же их оставлю пока. Потом чуть попозже. Чуть попозже буду убирать в дом. Вот герани, хочу, еще не дошли руки до герани. Надо все пообрезать. Часть убрать в подвал, часть домой. Вот такие мои дела на сегодня. Ну, на сегодня мои дела это колиусы. Потому что больше ни на что времени не хватит.